Сначала митинг, потом возложение цветов и зажженные свечи. В Самаре на аллее Соловецких юнг почтили память погибших в Великой Отечественной войне. Юнги, почти дети, уходили на фронт, чтобы защитить свою родину. А теперь о них вспоминают такие же юноши и девушки, участники патриотических клубов, студенты, молодежь. 76 лет назад, в ночь на 22 июня, фашистская Германия вероломно, без объявления начала войны, в 4 часа утра напала на Советский Союз. Наше поколение, многие подростки даже не знают, допустим, даты начала войны. И это очень на самом деле печально. И я как бы хотела показать своим присутствием то, что, ребята, надо вспомнить. Ребята, это же такой подвиг, это нельзя забыть. Наша главная задача, задача молодежи, это чтить память, это не позволять переписать историю. Эти попытки сейчас, к сожалению, пытаются некоторые силы сделать. И мы уверены, что вот подобные акции, они помогают нам сохранить нашу историческую память. Великая Отечественная война унесла жизни более 27 миллионов человек. И большинство – это не солдаты, а гражданское население. Дети, женщины, старики. Виктория Шар и Андрей Горгуленко, Станислав Левин. События.